Точка. Просчета. Это информационно-ироническая передача «Точка просчета». Дмитрий Виноградов, Андрей Титов и Вадим Белобросов с вами. Наконец-то мы собрались снова в нашем таком исконном оригинальном составе. Все на месте. Некоторые, правда, не очень подготовлены, судя по всему, судя по белому экрану твоего айпэда. Но, по крайней мере, мы здесь, и мы готовы вам представить себя и меня... то место, где мы находимся. Меня просто подводит связь. Так что сначала я представлю связь, которая меня подводит. Кто же провайдер связи, так кто же нехороший. Ладно, мы в новом месте сегодня. Называется оно кафе 20 век. Хотя здание само построено в 13 веке. В 17. В 17, да? 17 веке. Здесь было едва ли не старейшее в Эстонии фотоателье сначала. Да, а потом... не едва ли, а старейшее, кстати. Ну да, говоря. Ну это ты уже так уверенно заявляешь, как будто у тебя прямо такие данные от 17 века, что вот точно совершенно здесь. Ну, по крайней мере, заявляется именно так. А сейчас здесь не старейшее, но тем не менее тоже еще неплохое место, где можно перекусить. Не сразу доходит, но в 17 веке тут по-любому не могло быть фотоателье, потому что еще фотографию не изобрели. Да? Значит, да. Было чуть позже оно, а дом просто потом, построили да. 17. А что же было тогда до этого в этом доме? Но, наверное, стоит все-таки поговорить о том, поскольку уж это ресторан, кафе, да, о том, что здесь подают. Подают здесь, насколько мы сумели в этом уже убедиться, такие блюда, которые изготовлены из настоящего эстонского сырья, предназначены именно для, несмотря на то, что место находится в самом центре, в общем-то, старого города, на улице Куласепа, ориентируются они не столько и не только на туристов, сколько на местную публику, на эстонцев, на русских. И, среди прочего, предлагают блюда, которые выполнены, что называется, вот в духе 20 века, с таким немножко ретро-оттенком, но, тем не менее, используя современные технологии приготовления и вообще современную кухню как таковую. Еще приготавливают вот на лето такие безалкогольные коктейли, которыми мы, собственно, и балуемся во время записи. Ну и адрес, это Куласепа улица. Улица Куласепа. Но тем не менее 13. Куласепа 13, но это на подходе к Радужной площади. Кстати, может быть из-за того, что именно дом номер 13, мы все знаем, что число это такое не совсем обычное, с ним связаны самые разные такие суеверия, предрассудки. У тебя вот, например, перестал работать связь именно на этом месте. Возможно. Ну что, начинаем? Давно мы не были вместе. Да, где украинская распашонка? Где сувениры? Неплохо вы начали. Белобросов ездил уже на чемпионат Европы по футболу. Да, ездил. Не попал в основной состав в сборной Германии. Мед, пиво пил. В общем-то, все попало куда надо. Услов, правда, нет, по которым бы все это. А мы видели. Мы за тобой наблюдали при помощи Фейсбука и в прошлой передаче даже демонстрировали твои непотребные фотографии. Ничего не удалял. Ну вот скажи, на самом деле дорого там все, да? Дорого вот. Смотря что, ты знаешь, есть некоторые. Ну вот то, что которые... вот мы показывали вот так вот в руке, то, что ты держал вот перед походом на один из футбольных матчей. Это нет, кстати. Что самое интересное, действительно, вот фан-зона, которая была построена, огромная. Зачем говорить такими загадками? Давайте уже скажем, что он держал. Мы взрослые мальчики. Кокаин, Дима, везде дорого. В любой стране мира. Если вы показывали фотографии, зрители наверняка помнят, что такого ничего не было предусудительного. Но на самом деле в фан-зоне вот огромное такое пространство, которое было выстроено прямо на Крещатике возле площади Майдан Незалежности. Очень много людей, огромные экраны. Пиво на самом деле действительно стоит не очень дорого. Сказали, что в Киеве в фан-зоне выпили 500 000 литров пива. То есть, это не я. То есть, ну, я так предполагаю, ты тоже предложил свою... Свой рот, да, приложил к лодку. Полмиллиона, это пока он не приехал, потом 600 тысяч. Резко пошло. Вот, был там один интересный аттракцион, мы, правда, так и не приняли участие, но там можно было заходить с болельщиком и громко орать, поддерживая какую-то ту или иную сборную, и там потом показывала статистику, какую сборную поддерживали больше всех. Как в караоке, да, выходишь, надпись на экране, вы орете очень хорошо. Нет, там было с огромным отрывом. Естественно, победила команда Украины, поскольку домашняя арена и все такое. На втором месте, что было приятно, оказалась сборная России. Так что поддерживающих сборную России, несмотря на крайний вылет, они все-таки получили достаточно хорошую поддержку. Ну что, ладно, давайте вот так, чтобы итоги Евро окончательно подвести. Ну, если кто не знает, испанцы выиграли, да? Да ладно. Определили 4 мяча итальянцы. Мне понравился заголовок новости. Определен список главных мазил Евро-2012. Это уже притча. Киржаков и тут промахнулся. Тоже не попал туда. Оказывается, да, чаще. Как в том анекдоте, ты в списке кретинов даже на втором месте. Почему? Потому что ты кретин. Оказывается, больше других поворотом не попадал Криштиану Рональдо. Он нанес поворотом соперников 20 неточных ударов. Ну так и забил при этом, надо сказать. Ну, 3 гола забил, да.
Второе место в списке Мазил занимает форвард сборной Италии Марио Балотелли, хотя он тоже 3 гола забил. Но Киржаков, в общем-то, если КПД действия сравнить, то Киржаков все-таки тут должен быть первым, но если вот чисто количество неточных ударов по воротам, то Киржаков в этом списке только на третьем месте. И просто не дали больше ударить неточными по воротам. Ударами, да. Кстати, в одном из рейтингов россиянин Андрей Аршавин, на которого спустили, если не всех, то почти всех собак, занял первое место, это рейтинг распасовщиков. Он дал 3 голевых паса, ровно столько, сколько и некоторые другие футболисты, но он сыграл меньше всех матчей, досрочно вылетел и поэтому занял первое место. Очень понравилось, как избрали такую символическую сборную неудачников Евро-2012, привели там из российской сборной, там были Жирков, может быть еще кто-то, я уже не помню, но в любом случае такая вот интересная команда получилась. И в конце было написано, ну а если кто-то ожидал увидеть здесь Андрея Аршавина, то сами знаете, в общем-то он стал одним из лучших распасовщиков всего турнира, поэтому те, кто ожидал увидеть Андрея Аршавина в списке неудачников Евро-2012, это ваши проблемы. Очень красиво было. Если кто-то удивляется, что в этом списке нет Александра Киржакова, то не удивляйтесь, он сюда не попал. Типа того, на самом деле. Но что еще интересно, ведь Криштиану Роналду и Марио Балотелли, может, они били гораздо больше мимо, чем Киржаков, но так они играли гораздо больше. Киржаков сыграл 3 игры, умудрился за 3 игры нанести 11 ударов мимо ворот и ни одного в створ. И в то же время Роналду и Балотелли забили, по-моему, по 3 мяча каждый, если я не ошибаюсь, и при этом они сыграли. Балотелли зашел до самого финала. Спасибо, что ты нас слушаешь внимательно. Об этом было сказано пару минут назад. Ну что, давайте футбольную тему уже закроем. Не, но мы скажем то, что продолжается. Тем не менее, все-то думают, что закончился чемпионат Европы, он продолжается. Он продолжается в Таллине в эти дни. Да, то есть, Таллине... как бывает вечеринка и автопати. Автопати. Наконец-то дошло до Эстонии, да? Да. Чемпионат Европы же. Даже правильнее будет сказать, что не только в Таллине, еще в Рапере и в Хапсулу проходит. Правда, это не... Еще где-то. Нет. 4 города уже. Таллин, Рапере и Хапсул. Вот. Но это такой, ну тоже можно сказать, заправдочный, только U19. Это там играют юниоры до 19 лет. Ну действительно, как автопати такой. Своего рода. На самом деле, вполне серьезный турнир. Говорят, что даже скауты... Крупных, Зенита. Крупных, ну и даже футбольных грандов, можно так сказать, приехали в Таллин. Ну я говорю, Зенита. Где-то видел грандов. Да. Ну что, тогда футбольную тематику закрываем. Третий раз пытается закрыть ее. Можно закрыть ее маленькой новостью, которая не относится непосредственно к Евро-2012, но в то же время... Может быть, новость появилась под влиянием этого турнира. Эстония улучшила свою позицию в мировом футбольном рейтинге. Вот так наша команда, даже не попав на Евро-2012, карабкается вверх по таблице. Собственно, если попала, могла бы серьезно опуститься. Да. Сборная Эстонии, ну ты знаешь, учитывая, что мы могли бы там оказаться вместо ирландцев, и то, как выступили ирландцы, я думаю, что даже если сборная Эстонии выступила, не попала, да, кстати, выступила, да, точно так же, для Эстонии это было бы уже престижно. А какое место сейчас? Сейчас Эстония занимает 56-е место, поднялась на одну позицию, то есть раньше была 57-й. Сборная России, несмотря на неудачное выступление на Евро-2012, сохранила за собой 13-ю строчку, а лидируют по-прежнему испанцы. Сборная Германии обошла Уругвай и переместилась на второе место, и также улучшили очень серьезно свои позиции команды Англии, Португалии и Италии, которые выступили довольно достойно на Евро-2012. Я делаю третью, надеюсь, на этот раз успешную попытку закончить это футбольное обозрение, потому что у нас уже больше половины первой части прошло. У меня, кстати, потом была еще одна новость, но мы вернемся к ней во втором. А мы еще совсем не поговорили о серьезных каких-то новостях. То есть прославить вот Дмитрия Виноградова, да, где он тут, кстати, вот... Где здесь некрология? Да, вот видите, да, я прямо с одной, как это сказать, фотосессии в желтой майке лидера сюда на съемку сразу. Да нет, просто на самом деле газета вышла утром, снимали за день до этого, то есть просто ты одежды не меняешь. То есть ты дома не ночевал. Получается так. Ты хоть рассказал бы телезрителям, в чем там дело? Но все очень просто. Если ты помнишь, у 11 мужчин, у 11 женщин, так или иначе связанных, ну там, с различными средствами массовой информации. Спецвыпуск программы о футболе. Брали прогнозы по поводу исхода чемпионата Европы, но и человек, который правильнее всех отгадал, был отмечен спецпризом газеты МК Эстонии. Этим человеком стал Дмитрий Виноград. Надо же. Да. Но он всю тройку угадал. Он угадал, что первые будут испанцы. Единственное, что он с Германией и Италией чуть-чуть промахнулся. Он немцев поставил выше, чем итальянцев. Вот. Не говоря о том, что всю тройку он не угадал, потому что в тройке на этот раз, как и в прошлых чемпионатах, 4 команды. Ну, по крайней мере, все 3, которые он назвал, они вошли в эту четверку, чего не удалось сделать остальным, в том числе тебе. Ладно. Слишком пододелся. Давайте уже к другим новостям. Давайте к другим новостям. Ну давай, что там произошло у нас на этой неделе? Я считаю, что главным у нас было Евро. Вернемся к этой теме.
Не, мне кажется, главное, это, конечно, тот бардак, который продолжается в русском театре. Да. На прошлой неделе мне рассказали историю о том, как якобы делаются дела в русском театре. Что, дескать, хотят пригласить нового худрука, некто Марат Гацалов. Сейчас он возглавляет какой-то там Прокопьевский театр или что-то такое в России. Так вот, Гацалов, приехав в Эстонию, сразу заявил, что он не сработается со Светланой Янчик, которая сейчас является ИО директором. Просто вот так ее увидишь, так, ага, вот с вами да. Точно не сработаешь. Ну, типа того, просто решил, да. Решили убрать Янчик. Совет театра, в котором главную скрипку сначала еще и совет, решили сначала еще и совета убрать несколько так, человек. Так, вот, потому, и убрали. Потому, и убрали. Что совет, потому что совет должен был принять это решение. Председатель совета, депутат парламента Андрей Коробейник, сказал, что он против этого. Тогда решили убрать Коробейника, быстро собрались, сняли Коробейника, ввели в совет нового человека, который утвердил назначение Гацалова и отставку Янчика. Когда мне это рассказали в прошлый четверг, я подумал, что это бред. Ну, тем более... Почему бред-то? На самом деле, если вспомнить, кто у нас что является быть не может. Министром культуры, какой партии он принадлежит, и, кстати, какой партии принадлежит тот же самый Андрей Коробейник, уже бьют своих, что называется. Да, вот это самое удивительное. В общем-то... Собственно говоря, в государстве дела так и делаются. Партия реформ решает, что она что-то сделает. После этого, значит, выясняется, что по ряду причин, ряду законов этого сделать просто невозможно. Меняем все законы, и мы с этого делаем то, что хотим сделать. Общем, что нового-то, собственно? Ну, честно говоря, даже не придал значения этой информации, потому что подумал, ну, такого быть не может, потому что быть этого не может. Оказалось правда. Все ровно так и произошло. То есть сняли Коробейника, уйдет в отставку Янчик, назначат, скорее всего, худруком Гацалова. То есть, ну, это... Мне просто интересно, насколько, так извините за такое просторечное слово, крутой должен быть вот режиссер, новый худрук, который приходит, говорит, что так, вот теперь будем так и делать, и все тут же под него делается. Вот очень интересно. Я никогда страшно раньше, подумать, я, наверное, очень темный человек, я никогда раньше не слышал вообще ничего об этом человеке. Причем страшно подумать, что будет, если ему не понравится министр культуры. Да, вот да, об этом, на самом деле, об этом или премьер-министр. Об этом не слышал ты, но смотри, в Совет Русского Театра входят в основном представители не русского... Не русские, да, вот скажем так. Откровенно говоря, входят из Эстонии. Если мы ничего о нем не знаем, что могут знать они? Как они вообще его нашли? Вот как? Ну вот как? А, через Facebook. Как сейчас находят всех людей. А как куда? Какое имя? Ну вот фабрика Марат была. Попробуем, кто там есть режиссеры с таким именем? Есть. Ну и второй, как мне кажется, большой такой новостью недели стал приговор, вынесенный обвиненному в государственной измене бывшему сотруднику КАПО Алексею Дрессену. Получил он 16 лет тюрьмы, а его... Это больше, чем Херман Сим, насколько я помню. Да, на этом сразу... Херману Симу 13 лет дали, по-моему. Об этом сразу стали говорить и сказали, что дело в том, что просто вот за это время, которое прошло с момента объявления приговора Херману Симу, да, и вот сейчас Алексею Дрессену, просто изменился закон и наказание. То есть вот Сим отсидит 13 лет, и он, зараза, не осознает, как он предал Эстонию, а за 16 уж точно дойдет. Мне интересно, это просто, знаешь, как вот первому скидка, да, то есть скидка в буквальном смысле вместо 16. Это знаешь, типа как в магазин приходишь голым, получаешь iPhone. Да, да, еще купон можно дать, да, у меня еще купон есть. Я еще также хотел сказать, что супругу Алексея Дрессена Викторию, которая обвинялась в пособничестве при передаче засекреченных документов вражеской стороне, а именно России, ее приговорили к 6 годам условно с 5-летним испытательным сроком. Она не успеет как Галаяну порхнуть в неизвестном направлении? Вернее, в известном, но почему-то как-то не экстрадируемом. Ну, появились какие-то подробности этого дела, к сожалению, мне не открывается. Но... А вот и появились подробности, в прямом смысле появились. А как Алексей Дрессен встречался с агентами ФСБ? Он в основном это делал во время поездок на отдых на различные заграничные курорты. Там с контактными лицами и встречался. Так вот, зависть просто берет. 2002 год. Ты хочешь 16 лет получить? Я что-то не понял. Продолжает копать. 2002 год. На Кипре, в Турции. 2003 в Тунисе, в 2004 в Малайзии, в 2006 во Вьетнаме. У меня один вопрос, а почему так долго ждали? Потом, если знают, в каком году... В Доминиканской Республике, Марокко. Вот такие вот истории, такие вот дела. Собственно, первая часть нашей передачи на этом и подошла к концу. На Марокко, да? Перерыв. Артекон Радио, Таллин.
Магазин для рыболовов и охотников «Аутдор» в оживленном месте «Ласномяя Центром». Имеет отдельный вход, обратите на это внимание. Здесь все для настоящих мужчин и их спутниц. А ребенок сможет погладить львицу, жирафа и воочию увидеть лесных зверей. Но где еще такое возможно? В магазине «Аутдор» по адресу Мустакивитея, 13. Скоростные суда «Линдалайн» доставят вас менее чем за полтора часа в Хельсинки или обратно в Таллин. Это самый быстрый и удобный морской путь. Для регулярных поездок рекомендуем серийные билеты. Продажа осуществляется непосредственно в порту, а также в удобном пункте в центре столицы Таллине-Каубомая и через интернет. Обновленная домашняя страница «Линдалайн» в интернете есть теперь и на русском языке. И пусть погода вас не страшит, в случае неблагоприятных метеоусловий вас отправят на пароме других компаний. «Линдалайн Экспресс» – это быстро, удобно, комфортно и недорого. Приятных путешествий вместе с «Линдалайн Экспресс». Мне фирма на дом привозит, так с утра даже в чай не смогла выпить. Сочувствую. Я вообще буду сама таскаю из магазина. Не из-под крана же нам ее пить. Но это, девочки, смотря что из-под крана течет. Вот у меня фильтр стоит, вода совершенно чистая. И не надо таскать. Mm-hmm. Заказы. Mm-hmm. Природу загрязнять тарой. И обходится вода, кстати говоря, в 8 раз дешевле. Экомос. Самый широкий выбор фильтров для воды в Эстонии. Точка. Просчета. Продолжаем информационную ироническую передачу «Точка просчета». Вадим Белобровцев, Андрей Титов и Дмитрий Виноградов с вами в кафе «20 век». Мы на улице Куласепа, 13 в Таллине. На буклет об открытии энергорынка потрачено 33 тысячи евро, но полезной информации в нем нет. Ну хотя бы это уже полезная информация. На этот буклет потрачено 33 тысячи евро. Недавно действительно был открыт энергорынок. Министерство экономики и коммуникаций нашей страны решила просветить народ. Был напечатан буклет, который должен был дать ответы на вопросы, связанные с переходом вот на этот открытый рынок электроэнергии. Кто является продавцами, какие будут предлагаться пакеты, как изменится стоимость электричества, об этом не сказано ни слова. Ну, собственно, этот буклет просто меркнет по сравнению с той листовкой, которую получили жители Пхукета. Ты, кстати, тоже, наверное, получил? Ты же в Пхукете не живешь? Он в тот момент в Киеве жил. Я отсутствовал, да. В Киеве. То есть вот она листовка. Мы ничего не придумывали. Просто не листовка, это iPad. А вот именно такие доставили почтовые ящики жителям Пхукета. А у тебя-то из ящика уже все почистили, небось. Значит, что тут обещают? Открывался рыбный рынок у нас. Ну как открывался? На самом деле рынок это существует уже несколько лет, просто они, видимо, решили его увеличить. И уже на лето же открывают. Нет, он работает все время. Ну, может быть, он зимой просто не так активно работает, но смысл в том, что он существует все время. Не первый год, но вот его решили сделать больше, крупнее, серьезнее. И вот выпустили такую вот листовочку на двух языках. Но на русском просто потрясающе. Самые первые такие. Веселье для ух. Веселье для ух — это ансамбль Туле Лыцутает. Вот так вот. Это точно веселье для ух. Открыто. А для языка-то какое-то веселье это сказать. Открыто зеленый павильон. Еще обещают радостную салаку. Что такое радостная? Надо было идти на открытие, чтобы узнать. Ну и заканчивается все это тем, что... Сюрпризы из бурьяни. Да. Чтобы это ни было... Ну, а подписан текст, и вовсе неожиданно. Старшина Пхукетарина Карин Таммин. Ваши документы, пожалуйста. Старшина. Все возвращается, друзья, на круги своя. Лейтенант, я старшой. Да. Да, об экологической строительстве говорит эксперт. Экологическое строительство. Это что-то интересное. Да. В общем, журналисты портала «Дельфи» решили узнать, откуда, собственно, такие перлы появились. Обратились в управу Пхукета-Таллина, где советник, к сожалению... Юларлуп. А, Юларлуп, да. Я хотел сказать, что история не сохранила его имени. История все хранит и помнит. Более того, Юларлуп — это же очень известный журналист канала 2, бывший на самом деле. Рукописи не горят. В отличие от файлов, которые не сохранили. В этой шляпе все время ходит. Это он, что ли? Это мыса. Юларлуп, он такой в очках, еще с хвостом таким был черным сзади, если ты помнишь. Ну, на канале 2. И в шляпе все время ходил. Ну, не все время, но иногда ходил, да. Ночью снимает иногда ее. Ты его шляпе, его только по ночам видишь. В шляпе это боярский. Канале. Ну, короче, Юларлуп объяснил, что
Читаю, у тебя эта новость под рукой. Лоб, да, доставай эту листовку. Советник по связям с общественностью Лоб признал, что огрехи в русском переводе исключительно его ошибка. Я только начал работу на посту советника по связям с общественностью и не знал некоторых деталей, связанных с этой работой. В общем, там фишка была в том, что он еще, он помимо своих личных знаний в русском языке, он пользовался различными... Или не знаний, он пользовался интернет... Онлайн-переводчиками. Из-за того, что там человек, который у них, я так понимаю, отвечает за перевод всех вещей на русский язык, был в отпуске, и, соответственно, ему пришлось самому это придумать. Он так и заверил, кажется... что не были потрачены деньги налогоплательщиков, но если бы еще и деньги были... Вот мне кажется, что вот это как бы главный извиняющий фактор, что деньги налогоплательщиков потрачены не были. И теперь налогоплательщик спокойно. Он сделал это по своей инициативе, в свое рабочее, или, может быть, даже личным временем ради этого пожертвовал. Так что молодец. Просто удивительно, что неужели вот на всю управу не нашлось одного нормального, грамотного русского человека, который бы вот это мог отредактировать. Нет управы на эту управу, да? Ужас. На них же управы нет. Поехали дальше. А на самом деле дело же не только и в местных управах, но и, например, госфирма составила тендер таким образом, что принять в нем участие смогла лишь одна фирма. Фонд «Государственная инфокоммуникация», а есть и такой фонд у нас государственный, организовал тендер по приобретению в лизинг 6 автомобилей типа кроссовер. Ну, это такое, своего рода городской джип, что называется. Условия тендера были прописаны настолько детально, что предложение смогла представить лишь одна фирма. Как пишет газета «Арипе», в условиях не хватало разве что требования, чтобы название фирмы состояло из 6 букв и начиналось на «Н». Таким образом, ссылаясь на вот Nissan X-Trail, этот тот самый кроссовер, который почему-то в итоге и выиграл. Для примера РПФ пишет: фонд требовал наличия системы помощи при трогании с места и горного тормоза. Это вещь, которая используется только на автомобилях марки Nissan. Да? Требования по длине, ширине и высоте машин департамент выдвинул с точностью до 10 сантиметров, а клиренс должен был составлять от 21 до 22 сантиметров. То есть абсолютно точный клиренс еще был. Весь тендер был подогнан именно под Nissan X-Trail. И таким образом, единственное вышедшее с предложением, surprise, да, так сказать, компания Fact Auto и стала победителем. Таким образом, Rix возьмет в лизинг 6 кроссоверов Nissan X-Trail. Но видите, и все нормально, никакой коррупции. Буквально пару передач вы задавали вопросы, это как еще, вот помните, была история с известными марками автомобилей, которые покупают члены Ridicom, да? Со скидками, как они могут потом повлиять в будущем, вот эти вот скидки на, вот пожалуйста, как-то влияет, по всей видимости. Есть, правда, фирма другая, да, и машины совсем другие. Но мы не знаем, какие там скидки дают. Нет, да, это может быть, несколько лет назад именно Fact Auto на машины Nissan предоставляла солидные скидки. Просто интересно, как бы, насколько это опять-таки вот эта йог-схема, да, когда юридически все корректно, или все-таки мы имеем такие дела с коррупцией, когда действительно специально тендер подгоняется под конкретно одну машину, одного производителя. Если то, что ты говоришь, что там нету, что только на машинах Nissan вот этой вот марки используются там вот какие-то агрегаты гидравлические или что-то. Система помощи при трогании с места и горного тормоза. И горный тормоз. И горный тормоз. Казино заходишь, да? Машину сжимаешь. Вот. А мне что-то вспомнилось, может, так не очень в тему, стишок такой короткий про японские машины. Ну, не совсем уверен, последнее слово придется запикать. Про японские машины. Когда что прилично что-то говорю. Toyota Трудяга, Honda Стиляга, Nissan Бревно, а Mazda. Оно. Да. Wall Street Journal написала хвалебную статью о президенте нашей страны, о президенте Эстонии с двумя буквами «С». То есть туда «С». И туда пробрались нашисты. Дело в том, что вот кремлевское движение «Наше», да, оно очень любит рассказывать про фашистские ужасы в Эстонии. Вот даже такой появился своего рода уже интернет-мем, наверное, да. Фашистская «С-Эстония», да, когда две буквы «С» выделяют, ну, вот как «СС». Но Wall Street Journal, чтобы пошел по тому же пути, что и нашисты, это удивительно. В самой статье, правда, говорится об успехах в нашей стране, о переписке Томаса Хенрика Ильиса с господином Полом Кругманом. Да. Это Шариковщина на новый лад, да? Вчера читал переписку не Энгельса с Каутским, да? А Ильвиса с Кругманом. Ну и что? Да не согласен я. А с кем именно? С Ильвисом или с Кругманом? Да с обоими. Взять и поделить, а то что-то пишут. Следуй правилам, сказал Ильвис, когда у него спросили, чтобы он посоветовал Грецию. Почему-то именно вот этой фразой заканчивается новость. А вы правилам следуйте, да. Гады. Ну что?
что, да? Что там по картинкам можно? Вот есть у нас один такой замечательный человечек, который очень уже так улыбается, и на самом деле повод для улыбок у него есть. Дело в том, что это преемник скандального Тамура Тсяко на посту руководителя департамента шоссейных дорог. Как вы помните, Тамура Тсяко оттуда выгнали с таким, в общем, с большим скандалом. Да, он оттуда вылетел из-за того, что увеселительные поездки организовывали за руководство департамента, и соответственно, все это потом выпало на поверхность. Так вот, человек этого зовут Айв Адамсон, и министр экономики Юхан Партс подписал приказ о его назначении новым главой департамента шоссейных дорог 16 июля. А почему он так улыбается? Его брутто-зарплата составит 4999 евро в месяц, на 1600 евро больше, чем платили его предшественнику, ушедшему со скандалом Тамуру Тсяко. Я понял, почему. Ну, что Тсяко, собственно, в скандал вляпался, почему? Платили ему мало. Он смотрел, где бы еще урвать, где бы что скоммунизировать. Хоть какие-то пользу, какую-то пользу, да, получил. Поэтому этому надо платить больше, воровать будет меньше. Вот, наверное, такая логика. Ну, не знаю, но в любом случае Тсяко получал 3400 евро брутто в месяц, что само по себе так немало, да? Господин Адамс у нас будет получать практически 5000 евро. И, ну, я не знаю, неужели мы уже настолько хорошо живем, настолько быстро выбрались из вот этого кризиса экономического, что у нас чиновники получают такие деньги? Ну, слушай, ему практически зарплату повысили, как и председателю совета СТ-энергия, да? То есть тому на 2000. Хотели повысить, но там совет не согласился, а тут просто раз и все, и за росчерком пираю. Тогда у нас рубрика «Возвращаясь к напечатанному», да? Мы в прошлый раз говорили, что ему повысили на 2000. Нет, там была тема, что ему... совет не пропустил это решение. Ну, если за две недели, пока я отсутствовал, ничего сверхъестественного не произошло, то нет. Там дело в том, что там предложил один из членов совета ему повысить. По-моему, произошло. Нет, произошло, да. Значит, у тебя более старая информация. Ладно, вы знаете, что в прошлую субботу у нас на одну секунду все часы мира должны были остановиться? Ну, они этого явно не сделали. Люди мира, остановитесь. Не, это так называемая високосная секунда, ее раз там сколько-то лет добавляют, смотри, тут написано. Да, вот эта секунда координации, она вводится раз в несколько лет из-за неравномерного вращения Земли. Впервые такая секунда была добавлена, так скажем, в 1972 году, и вот в минувшую субботу опять это случилось. И вот из-за этой так называемой високосной секунды очень многие сайты просто повисли, то есть у них вот какой-то сбой в программах произошел. Вот такая вот штука, это как ошибка вот Миллениума. Да, Миллениум Баг. На самом деле так забавно, вот люди в какой-то момент решили, я сейчас абсолютно философски начну рассуждать, в какой-то момент люди поняли, что они могут вычислить, с какой скоростью, скажем, Земля вращается, что она вот одной секундой там не отвечает всем прежним измерениям, и решили вот с этого момента эту секунду добавлять. Но ведь до этого же никто ее не добавлял, соответственно, все равно, ну, все как, неправильно считается. Вот барон Мюнхгаузен в фильме, помнишь, приключения, да? Все секунды складываются минуты, из минуты, и часы, и 32 мая, да? Да, и 32 марта. Марта, да. Или мая. А, он, видимо, не смотрел этот фильм. Правда не смотрел, да. Ну что ж, тебе есть что сделать на выходных. Внутренние водоемы Эстонии самые чистые в Евросоюзе. Хотя казалось бы. А качество морской воды ниже среднего. Не, ну то, что ты там сходил куда-то, это не факт еще. Что-то казалось бы. Куда я не ходил. Вообще. Самый чистый въезд, понимаете, друзья? Сибирь. Зато, ежели вы собираетесь поехать в отпуск, наверняка вам будет интересно узнать, в какой стране самые чистые именно морские. Вот. Да нет. Ты знаешь, что мне интересно? Мы и так знаем, куда хочется съездить в отпуск, да? Ну, в Кипр. В Кипр. В Кипр не хотим, мы хотим на Кипр. На Кипр. На Кипр первое место по чистоте морских. Я думаю, туда люди ездят даже не столько из-за чистоты воды, сколько все-таки из-за нескольких других вещей, ну, например, за климат. Знаешь, если бы, конечно, на Кипре воняло, как у нас на Пиритовском променаде, я думаю, что бы туристов распугали бы быстро. Да, то у меня знакомый искал себе квартиру, и в том числе маклер его привел, значит, вот в этот дом, который построен, да, большом, около синего павильона, значит, и это дело было летом. Он говорит, смотрите, какие большие окна во всю стену, да, какие эти. Ну, значит, он говорит, ну да, он говорит, ну откройте окно, открывает окно, и оттуда этот просто духан пиритовский. Он такой, спасибо, едем в следующий дом. И это летом, а зимой там просто, на самом деле, наверное, окно не открыть, потому что там ветер такой, ну, с моря, да, идет, что там, ну, мало не покажется. Невероятная история просто. Мотоциклист пытался скрыться от полиции на скорости почти 300 км в час. Сотрудники Ижевской префектуры... И все равно его догнали, обогнали, прижали к обочине. Заметили этого нарушителя на шоссе Ихви-Тарту-Валга. Он ехал со скоростью 152 км в час. Когда его стали догонять, он на отдельных участках развивал скорость до 290 км в час.
И получил в итоге... Как они догнали-то? Они не хотят рассказать? Ну так же догоняли. На 290, да? Да. Ну а что, имеют право. Приговорили 29-летнего Аймара к двухдневному аресту и на 3 месяца лишили его родительских прав заодно, да? Водительских прав. Ну, в общем-то, и родительских за такое можно лишать. То есть, на самом деле, вместо того, чтобы банально остановиться, получить какой-никакой штраф и этим и отделаться, в общем-то, человек получил арест и лишился прав на 3 месяца только из-за того, что стал уезжать от полиции. Не очень разумно. Ну что, программа наша подходит к концу медленно, наверное. Давайте, у меня есть хорошая давайте новость. Давайте бегом. Хорошие новости, плохие. Голландская газета включила водопад Ягода в число самых красивых в мире. То есть я представляю, приехали голландцы. Со своим сразу же. То есть да, тут без своего не скажешь, что это самый красивый водопад мира. Но он, видишь, такой какой-то оранжевый. А, кстати, мне вот я специально выбрал эту фотографию. Я не так много видел водопадов, но та же Ниагара производит гораздо более сильное впечатление. А я расскажу, почему я выбрал эту фотографию, потому что когда я работал. В Канаду, в США там нельзя свое проводить из Голландии. Когда, а здесь границ нет. Когда я работал экскурсоводом, я придумал легенду, почему он оранжевый, вот такой водопад. Потому что там раньше стояла деревушка. Ржавая вода. Нет, стояла деревушка, и мужику было лень идти до моста, и он решил вброд перейти, и он вез пиво. Пиво расплескалось, вот упало в воду, и вот теперь водопад вот такой. Вот и внизу даже пенка пива. После этого... кому ты это рассказывал? Просто потом после... Тем же там голландцам, собственно, перестал работать экскурсоводом после того, как людей, посетивших его экскурсию, стали мучить колики в животе, потому что они напились этой воды, полагая, что это пиво, да? Ну давай хорошую новость. Хорошая новость у нас также связана со спортом, но на этот раз не с футболом. Фехтование. Сборная Эстонии стала на этапе Кубка мира второй. Сборная Эстонии по фехтованию на шпагах завоевала серебряные медали на этапе Кубка мира. Наши шпажистки, женский этап был, который завершился в воскресенье в немецком Лейпциге. Ладно, перебиваю твою новость, еще более хорошей. Герт Кантер в субботу завоевал серебряную на медаль. На чемпионате Европы по легкой атлетике. Про чемпионат Европы, кстати, очень много было сказано и написано, сломано копий. Зачем проводить накануне Олимпиады такой масштабный форум спортивный, да, если он все равно не собирает никаких звезд, которые в этот момент готовятся к Олимпиаде. Кстати, хорошая новость и одновременно интересная для тебя, поскольку ты являешься специалистом по Бундеслиге футбольной. Впервые в германской Бундеслиге в высшем дивизионе будет играть эстонский футболист Рагнар Клаван. Он перешел в клуб, который называется Аугсбург. И кстати, Клаван, вот он считается самым высокооплачиваемым эстонским игроком. Журнал «Кроника» почитал, сколько наших футболистов получают. Журнал «Кроника» посчитал, что он получает 1,9 миллиона. 1,6 миллиона евро. И все равно в конце было написано, что вызывает определенные сомнения такая сумма. Ну, в принципе, вызывает. Да, учитывая, что многие гораздо более прославленные игроки получают примерно в этих же пределах. Все на сегодня. Мы были в кафе 20 век. Это улица Коуласепа, 13 в Таллине. Ну, на подходе к Ратушной площади, скажем так. Сами видите по обстановке. Да, в общем-то такая ретро-стиль. Аутентичный приемничек. В следующий раз мы попробуем его настроить. Да. И говорят, что здесь вкусно кормят, а вот это мы и узнаем сразу после записи и в следующий раз вам расскажем. Дмитрий Виноградов, Вадим Белобросов и Андрей Титов с вами были. Встретимся ровно через неделю. До свидания, пока. Точка. Просчета.